Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Демоникс. Мы с вами собрались. И как я и обещал, сегодня вам приготовлю крылышки из KFC. Поехали! Так, мы нарезали крылышки на две части. Третью часть мы выкинули для кошечек или собак. Так, и нам понадобится соус чили. Взяли такой. Можно использовать, конечно, красный перец. Но я решил сделать так. У нас сегодня дешевый вариант из KFC. Так. И крылышки я заплатил 120 рублей. Я отсылал с порции 35 рублей. Так, пускаем где-то... Ну, где-то половину у нас крылышек. Там 840 грамм. Думаю, половину хватит. Пустил половину, добавим черный перец, он у меня был дома. Так, чуть-чуть пускаем черного перца. Чуть-чуть нужно посолить, совсем чуть-чуть. И размешиваем. Хорошенько размешиваем. И оставляем на несколько часов замариноваться. Увидимся позже. Продолжаем нашу готовку. Сейчас наши крылышки будем обваливать мукой. Хорошенько обваляли. Вот они, наши крылышки. Разогреваем сковородку. Хорошенько, прям так. Огонь можем побольше. Так, и заливаем масло. Так, все, что есть. Надеюсь, этого хватит. Заливаем все. Так, все, залили все масло. Теперь хорошенько разогреваем и закидываем туда крылышки. Вот они, наши крылышки уже жарятся. Обжариваем их. Так. Около 10 минут с каждой стороны. Прошло 7 минут, перевернул. В принципе, 7 минут достаточно. Конечно, их лучше жарить по фритюре, но дома уже редко у кого есть фритюра. Так что приходится так. Какие красивые они. Первая партия у нас готова, но так и не получилось. По виду, в принципе, ну, не совсем похоже. По запаху даже похоже на крылышки из KFC. Давайте попробуем. Ну, поехали. Очень вкусно, ребята. Немного отличается, конечно, от KFC. Не хватает острости, надо, наверное, побольше поставить. Так, ну, очень вкусно. Всем спасибо, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, всем пока.